Девчонки, сегодня еще получила вот такую милоту. Заказываю с Польши одежду Пепка сыну и дочке. Беру либо Глория джинс, как бы здесь у нас в Новосибирске, либо Пепка польская. Качество очень классное. Вот такая мягенькая, пушистая зайка, пушистик. Еще там кофточка с лисичкой есть, тоже очень классная. Но она где-то в районе 650 рублей, поэтому не знаю, пока думаю. Хорошо, что на пуговичках, когда там можно пуговички расстегнуть, да. Так, это чисто польская. Вот такой хвостик у нее, еще и подарочек положили, шоколадку, очень приятно. Сыну я тоже оттуда заказывала футболочки, он все лето проносил. Вот такая юбка, пышная юбка, и вот это вот все блестит красиво, поблескивает. Ну, как всегда, у нас, конечно же, проверяющий идет, что вы тут получили, рассказывайте, да, показывайте. Так, и вот здесь вот такая юбочка пушистенькая, как бы показать-то, что она блестит, не знаю. В общем, она поблескивает, вот эти все штучки, они блестят, бусинки, вот эти стразики. И она двойная, такая вот, раз подклад, два подклад, очень качественный материал, просто очень. Скоро еще будет закупочка по Польше, я выложу все у себя на страничке. А здесь получается двойная сеточка и вот здесь юбочка. Очень пышная, сейчас дочь померяет, все сфоткаю, на страничке у себя выложу. Прикольно, мне очень понравилось. Там очень качественная, классная одежда. Так что тоже участвуйте в закупочке. Все.